Всем привет, мои хорошие! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня в этом видео вам покажу такой магазин, как Golden Rose. Это косметика в Турции и очень хорошего качества, которая у нас продается в России, с которой я лично встречалась. Она реальная, можно сказать, подделка. Совершенно отличается от той, которая производит здесь, в Турции. И даже не с чем ее сравнивать. То есть совсем не та, которая продается у нас в России. Здесь эта косметика очень хорошего качества, держится долгостойко. И, в общем, сейчас все увидите в раз видео. Первое, что мы рассмотрим, это водостойкую помаду. Я попросила консультанта, чтобы показала на все тона, как раз таки, чтобы смогла я выбрать себе подходящий тон, и вы как раз посмотрите, стоит такая помада или блеск для губ, ну, скорее всего, помада водостойкая, 43 лиры, что наши рубли около 400 рублей, даже чуть поменьше, сейчас лира упала относительно рубля. Вот, девушка показывает все, которые есть из этой серии помады, и также есть и матовые оттенки. Как говорится, такая помада, все эти тона на все случаи жизни, от яркого, сочного такого красного до слегка такого беженького, матового, розовенького. То есть, ну, вообще классные все. Мне все просто цвета очень понравились. Реально бы купила бы все. Даже такого, можно сказать, фиолетового. Сейчас она еще покажет парочку. Даже есть оттенки такого коричневого цвета, коричневатого, переливаются, сияющие все. Даже есть и прям четко фиолетового, смотрите, вот такого прям фиолетового цвета, можно сказать, сливового, но мне такие нравятся оттенки, реально крутые, мне кажется, очень актуальный. Смотрите, такая красота, да? По возможности буду показывать цены, рассказывать, что к чему. Например, такие мерцающие, сияющие жидкие тени, которые стоят 36 лир. Это приблизительно 350 рублей. И, кстати, цены российские, которые есть, Golden Rose, вот Metallic Liquid Eyeshadow. Это жидкие тени. Вот, они отличаются, цены вот отличаются от российских, не знаю, прилично, потому что российские цены немножко ниже, чем вот турецкие, поэтому вот я думаю, что это подделка, потому что цены значительно отличаются, в принципе, и как может быть, если в Турции, наоборот, дороже, а в России дешевле, как такое вообще может быть, производят же в Турции. Дальше смотрите, вот такой вот хайлайтер блестящий, сразу три цвета, которые прям реально будут очень красиво смотреться. И мне уже девушка показала все эти три цвета, уже сказала, что мне надо сейчас накрасить. Я говорю, мне не красить не надо, очень жарко на улице. Вот, специально три цвета, которые очень будут подходить сразу в тон. Вот такие вот пудры здесь. Смотрите, вот такие бомбические также тени. Сияющие 55 лир, 53 лира получается. Дальше, каких только карандашей здесь нету, также водостойкие и всякие разные. Далее здесь крема, тональные крема, сразу под них база, которая есть, даже два в одном уже сразу. Вот, тоже как бы BB-крем, который здесь есть. Стоимость 50-60 лир. В принципе, здесь таких цен прям супер дешевых нету. Здесь такие, в общем, бюджетная косметика, но все равно нормальные цены такие. Не прям супер-пупер дешево, но цены такие нормальные. Вот смотрите, такое оно. У меня сейчас консультант говорит, давай я тебе накрашу. Корректор, корректирующий, такой корректирующий цвет. Не знаю, что происходит с кожей. Она вроде как объяснила, что кожа становится прям такая ровная, идеальная, прям сразу после этого крема. Различия, не знаю, почему по цвету, какие различия есть, а, наверное, по тону, скорее всего, по тону кожи. В общем, такие штучки стоят около 60 лир.
600 рублей. Также есть консилеры, которые вот под глазками также убирать синяки и все прочее. Консилер по цене 53 лиры, 500 рублей. Также такая вот маленькая штучка, жидкий консилер. Дальше вот такие вот хайлайтер палетки тоже получается 79,50, почти 800 рублей. Такие вот прям в розовый цвет, вообще в разные есть. Мейкап прайма, это тоже под основу получается, под нее наносится. Тональные крема, вот два в одном. Полное покрытие, два в одном, да, и цена 77,50, 700 рублей, можно сказать. Два в одном, он так как база, и консилер, и тональный крем. Сразу уже не нужно покупать отдельно все. Далее, разная пудра, которая здесь есть, вот Long Stay, долгостоящая, которая долго держится, такая пудра матовая. Не знаю, она вся рассыпается, как она держится на коже, в принципе, на коже лица, я не знаю, наверное, должна все-таки под базу идти. Далее вот, такая тоже такая пудра, 78,50, 700 рублей, 750 рублей. Далее такая пудра бронзовая, прям, ну, очень классная, конечно. Мне такие нравятся, раньше я такими пользовалась. Ну, разнообразные есть вот такие вот палетки. Далее вот такой вот натуральный смотрится мусс, как под пудру также. Также есть, смотрите, многоцветовая вот такая вот тоже пудра разные. Это для румян пользоваться, потому что много разных цветов и очень красиво смотрится. Ну, наверное, каждая девушка, женщина знает такую пудру, то, что в каждой фирме выпускают такое. В принципе, здесь роз. Смотрите, такой вот розовенький, вообще классные цвета. Такие прям нежно-розовые. Это все пудра. Приблизительная цена где-то 800 рублей, 700-800 рублей. Далее кисточки. Вот такие вот очень вкусные. Я сейчас пробовала. Прям вкусные, свежие такие. Нотка, наверное, лимона, бергамота, такого прям свеженького и очень классно. Прям. Смотрите, такой есть карандашик, замазывает седину. Как я поняла. Вот, что только не придумают. Дальше посмотрим. Тени. Тени стоят 50 лир, ну, 52 лиры. Всякие здесь сияющие, матовые, разнообразные есть. Вот. Я вот каждую попробовала тени, держится хорошо. Не знаю, естественно, конечно, не знаю, как они держатся целый день. Ну, держатся они прям сразу, с руки прям не смываются, естественно. Да, здесь по каждому показывать пройдет очень много времени, чтобы успеть показать все в этом магазине. Хотя бы хочу просто быстренько пробежаться так. Это для бровей, также 40 лир. Далее тушь здесь хорошая. Все по отзывам я вот читала. Всем нравится тушь Golden Rose. Здесь сейчас скидки пока по 35 лир здесь даже какие-то. Вот. Объем в 12 раз. Конечно, в 12 раз я не поверю. Ну, в 2 раза, думаю, увеличит, наверное. Как обычно, уловки маркетологов. Здесь для бровей. Также жидкие такие тени. Не тени, как сказать. Ну, наверное, жидкие, да, тени для бровей. Далее подводки для глаз, кошачьи глазки, вот здесь всякие называются, cat eyes, cat eyeliner, по цене от 35 лир. Далее здесь консилер, вроде как, и, наверное, тени можно использовать, потому что разные цвета, там и фисташкового цвета, и оранжевого, и вот такая вот палитра лаков для ногтей. Такие вот прям цвета яркие, сочные.
по цене. Лаки сейчас подскочили в цене. Сейчас цена на лаки от 10 лир. Я помню, ранее, там, 2 года назад они были буквально по 3 лиры, там, что было приблизительно там 40 рублей. Сейчас около 100 рублей за вот такой вот, ну, за один лак. Цены подскочили, что, ну, везде, в каждом магазине. Такой вот классный красный цвет. Прям насыщенный. Фиолетовый мой любимый, такого цвета. Всегда пользуюсь таким цветом помады. И также, наверное, бы купила бы себе такой же лак. Ну, в общем, разные лаки. Посмотрите сами. Палитра вот здесь обалденная. Не скучно сказать, потому что можно подобрать на любой вкус. От такого прям темного серого, коричневого и до всякой разной яркой палитры. Ну и, конечно же, ни один магазин не обойдется без лака с такими блестками, блестящий, сияющий. Как на самом деле держится, я не знаю, но как по отзывам говорят, в 2-3 слоя и держится хорошо. То есть до 5 дней он будет лак держаться. Я на самом деле пользуюсь другой фирмы, поэтому я не могу ничего сказать насчет этой фирмы. Если я когда куплю, я сделаю видеообзор, тогда уже покажу относительно, как они держатся и насколько они хороши. Пока могу только показать просто палитру цветов и то, что я сама слышала про нанесение и так далее. В общем, такой видеообзор получился. Посмотрели мы эту косметику. Также у них представлены несколько видов парфюма. Таких вот красивые упаковочки. Тигры. Далее такой вот розовый. На самом деле запах мне не понравился, честно скажу, не понравился. Прям очень резкий. Не знаю, очень сильно дамский, можно сказать. Ну, то есть... Не рассчитан прям на молодую публику, то есть он как бы на таких, ну, взрослых, наверное, женщин и не на каждый вкус, я бы сказала бы.